Спрей для роста волос. Принцип работы. Как правило, любое средство, предназначенное для пробуждения волосяных фолликулов и ускорения роста прядей, имеет насыщенный витаминно-минеральный состав. Также зачастую в него входят натуральные масла, растительные экстракты, аминокислоты и другие компоненты, которые раздражают дерму и тем самым усиливают приток крови к корням. За счет всего этого лечебные препараты укрепляют локоны, способствуют их оздоровлению по всей длине. Вы можете встретить на полках магазинов большой ассортимент косметической продукции, выпускаемой в форме спреев, сыворотки, лосьоны, бальзамы, тоники. Форма флакона с распылителем удобна для нанесения. Средство обычно не требует смывания. Не профилактические, а лечебные спреи для роста волос вы найдете в аптеках. Это могут быть конкретные продукты или отдельные действующие вещества, к примеру, миноксидил, входит в состав многих препаратов. Помогает ускорить отрастание локонов и остановить их выпадение, связанное со стрессами, гормональными нарушениями и другими факторами. Силенцин под этим названием выпускается целая серия средств, направленных на оздоровление шевелюры. Спреи для укрепления волос и стимуляции роста подходят для заключительной стадии. Мы поможем разобраться в преимуществах и недостатках силенцина и расскажем о правильном применении препарата. Кроме того, существует категория средств-активаторов, которые предназначены для стимулирования быстрого роста прядей, дополнительного питания волосяных луковиц. Тоники, лосьоны, бальзамы и спреи укрепляют волосяные стержни по всей длине. Мы предлагаем узнать о различиях между популярными активаторами и выбрать тот, что справится с вашей проблемой. Читайте об активаторах роста волос далее. Показания к применению: использовать спрей для роста волос рекомендуется в таких случаях: выпадение пряди замедленное, отрастание при норме 1-1,5 см в месяц, тусклые, слабые, ломкие, поврежденные, безжизненные локоны, наличие секущихся кончиков, сухость шевелюры и другие. Конкретные рекомендации содержатся в инструкциях к препаратам. Противопоказания: за счет легкого применения спрей для волос может показаться безобидным и универсальным средством. Но это не так. Часто препарат имеет серьезные противопоказания, среди которых могут быть аллергия на определенные ингредиенты и средства. Беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, наличие на коже головы ранок, повреждений, иногда возраст от 65 лет и присутствие в анамнезе сердечно-сосудистых недугов. Такие ограничения бывают связаны с особенностями состава препарата. Как сделать спрей самостоятельно? Изготовить лечебное средство своими руками можно из самых разных компонентов. Главное, чтобы они были качественными, свежими и не вызывали у вас аллергии. Самодельные спреи нужно хранить в холодильнике. Если они на спирту, можно и в комнатных условиях. Примерный срок годности составляет от 1 недели до 1 месяца. Перед применением всегда встряхивайте бутылочку с препаратом. В основу могут лечь различные ингредиенты, купленные в аптеке или обычном продуктовом магазине, эфирные масла, жажаба, апельсиновые, мятные, лавандовые и другие, травы, в сухом виде или уже запаренные кипятком, зверобой, крапива, хвощ, иные минеральные или кипяченая вода, витамины в ампулах, лимонная кислота или свежий сок цитруса, другие компоненты, способствующие росту волос. Мы подробно описали для вас рецепты популярных домашних спреев и указали точные дозировки для каждого ингредиента в статье «Эффект от использования». Основной результат, которого многие девушки ждут от такого спрея – ускорение роста прядей. Если верить отзывам, многие популярные средства, как профессиональные, лечебные, так и домашние, помогают ежемесячно увеличивать длину локонов на 2-3 см. Кроме того, эти препараты укрепляют волосяные фолликулы, сокращают выпадение, а во многих случаях также стимулируют образование нового подшерстка. Дополнительно спрей для роста волос способен сделать шевелюру гладкой, блестящей, объемной, устранить раздвоение кончиков, обеспечить эластичность прядей. Подобное средство питает корни и ухаживает за кожей головы, нередко приводит в норму работу сальных желез. Кроме того, спреи обволакивают волосинки, восстанавливают их структуру и защищают локоны от негативного воздействия окружающей среды. Плюсы и минусы: достоинства продукции, способствует более интенсивному росту волос, пробуждает неактивные волосяные луковицы, нормализует работу сальных желез, питает корни локонов, насыщает их витаминами и полезными микроэлементами, восстанавливает структуру.
Прядя по всей длине увлажняет шевелюру, сокращает выпадение, делает волосы эластичными, гладкими, послушными, блестящими. Продается в свободном доступе в аптеках и магазинах, можно подобрать средства из любой ценовой категории, имеет простой способ применения. В случае с самостоятельно изготовленным средством вы можете быть уверены в составе, лишенном консервантов, красителей, отдушек, не требует смывания. К недостаткам спреев для роста волос относятся нередко высокая стоимость небольшого флакончика, курс применения средства составляет не менее 1-2 месяцев, иногда и дольше. Зачастую для этого требуется несколько емкостей с лечебной жидкостью, возможны аллергические реакции, есть противопоказания. В отдельных случаях проявляются побочные эффекты, появляется жирность прядей, наблюдается их повышенное выпадение и другие. Разные спреи для роста волос имеют различные отзывы, от восторженно положительных до резко отрицательных. При этом цена не является фактором, определяющим качество. Отличный результат могут показать и дешевые препараты, тогда как не вся дорогостоящая продукция заслуживает похвалу потребителей. В целом, такое средство как спрей способно усилить скорость отрастания волос в 2 раза и параллельно оздоровить шевелюру. Особенно хороший результат можно получить при комплексном решении проблемы, сочетании выбранного препарата с массажем кожи головы, приемом витаминов, соблюдении правил ухода за шевелюрой. Полезный видеобюджетный способ для роста волос. Хотите ускорить рост волос? Grow Vim Spray Activator своими руками.